спілкуватися. Пані Ірино. Ми щойно спілкувалися з паном мером. З паном Сіном. Почули Олександр Ченсін. Олександр Ченсін. Ну так звучить. Ченсін. Почули його позицію? Ні, Ченсанович це вже виходить, це знаєш, типу на слов'янський манер. Почули... А так, Олександр Ченсін. Власне, почули ми позицію мера, зараз би хотілося почути позицію громадських активістів, тому що він, по-перше, заявляв стосовно того, що нібито акція була проплачена донецькими фінансовими кланами. Зазначив він, що цю інформацію він не озвучував, а передав у силові структури і що зараз її підтвердити не може. От. Ну і так само говорив, що для того, щоб не продовжувати протиборство, написав заяву, але от... Але це не справжня заява, одним словом. Заради миру на землі він погодився зіпсувати аркуш паперу А4. Так, що Запорізька міська рада така хороша, не прийняла його заяву. Ваша позиція, будь ласка, з цього приводу. Ну, я, во-первых, хотела поблагодарить вас за передачу, потому что я с удовольствием послушала нашего мэра в эфире, который, оказывается, не знает, кто разгонял Майдан 26 января. И это был один из самых кровавых разгонов Майдана. Я, к сожалению, являюсь потерпевшей по этому делу. И очень хорошо знаю, что и мэр Син, и губернатор Пеклушенко находились в то время в здании областной администрации. У нас есть подтверждения, есть фотографии, материалы приобщены к делу. Но, к сожалению, это уголовное производство рассматривается в суде Кировограда. И не у всех свидетелей, потерпевших, есть возможность туда поехать. Поэтому он вам врал в этом. Точно так же он обманывал вас, когда говорил про то, что он ничего не знает об отправлении тетушек на Евромайдан в Киеве. Он все это прекрасно знал, и эти материалы у нас тоже есть, и мы видели этих людей в поезде, которые возмущались тому, что им заплатили мало денег, и знает он прекрасно, откуда эти деньги, поэтому он наврал вам второй раз. И что касается... Александр Ченсанович говорил вам про то, что как раз состоялось то самое противостояние, о котором он говорил 8 числа. Но 8 числа он говорил о том, что придут боевики с автоматами и будут захватывать власть. И объявят народного мэра, и таким образом в Запорожье наступит ЗНР. Мы поняли, что боевиками с автоматами, видимо, называют нас активистов. Попросили всех активистов прийти без всяких бандам и прочих, там ничего с собой не иметь, с открытыми лицами. Пришли люди, обычные горожане, несколько сот людей. Не было никаких противостояний. Мы пришли вместе с народными депутатами. Кстати говоря, мы обращались ко всем народным депутатам и ко всем фракциям политических партий, которые сегодня входят в коалицию. А, к сожалению, или к счастью, не знаю, отозвался только Олег Лешков. Никто другой к нам не пришел. Но мы были рады, потому что мы уже имеем прецеденты, что общественных активистов не пускают в зал заседаний. И на сегодняшний день мы хотели точно попасть в зал заседания и поговорить с депутатами и с Александром Сином. Нам это удалось. И то, что и он, и секретарь совета написали собственноручные заявления, мы считаем, что это наша большая победа. Что будет дальше, зависит в большой степени от депутатов городского совета, ну и от нас, горожан. Пані Ірино, якщо дозволите, запитання поставлю я перший. Верніше, вже друге запитання поставлю. А з чиєї ініціативи там Ляшко намалювався? Я же говорю, що ми... На самом деле, в День свободи і достоинства 21 ноября, коли зібрався Запорожський Майдан, мы для себя поняли, что мы не выполнили все требования Майдана. Мы хотели убрать из города экс-смотрящего Анисимова, и слава богу, его сегодня нет. Мы хотели убрать от власти губернатора Пеклушенко, и он сегодня под судом. И третье наше требование, может быть первое, это отстранить от занимаемой должности мэра города Александра Сина. За очень многие вещи, которые происходили и до сих пор происходят в нашем городе. А какие? Можно докладнейше? Да, скажу. И 21 ноября мы единогласно на Майдане приняли резолюцию, в которой в частности говорится о том, что мы требуем немедленной отставки городского головы от занимаемой должности. Выражение ему недоверия. И требуем от депутатов, чтобы они это сделали на ближайшей сессии.
И эту резолюцию мы отправили всем фракциям в Верховную Раду, всем руководителям, лидерам политических партий с просьбой поддержать нас в этих устремлениях и объявить неочередные выборы городского головы в Запорожье. Откликнулся только Олег Ляшко. Я вас перерву трошки. Я перерву вас трошки не про Запоріжжя, зараз про Краматорськ, тому що є інформація, пише Денис Казанський. В Краматорську опять началась війна, серія сильних взривів горить аеропорт, автоматна очередь. Юль, візьми оцей телефон, це люди там в Краматорську, знайди фотку, щоб телефоном набрати. Там в Фейсбуці є. І зв'яжіться для того, щоб набрати телефоном, з'ясувати, що відбувається в Краматорську. Тому що це дуже важливо. Краматорськ на сьогоднішній день є фактично обласним центром Донецької області. Туди перенесено всі адміністративні органи Донеччини. Вибачте за те, що вас перервав, але так складається життя. Так, я розумію. Я розумію, це важливо. Так, прошу, далі продовжуйте, тому що я не міг це зробити поза ефіром. Розумієте, у нас все відбувається тут, в ефірі. Звісно, я розумію, я розумію. Я хотіла додати тільки одне. Ви спросили, чому Запорожці, чому Майдан так довго і так настойчиво требує відставки міського голови. Ну, ви самі, собственно говоря, задавали те же вопросы сегодня городскому голове в эфире, я слышала, про предательство интересов горожан, когда он пошел от партии «Батьковщины» на выборы, и мы его поддержали. Он шел с лозунгом «100 тысяч горожан, всегда умнее десятка чиновников». Нам это очень понравилось. Мы подумали, что наконец-то у нас будет демократичный мэр, который понимает, как важно слушать общественность. И, к сожалению, буквально не прошло и пары месяцев, как он перекрасился и стал членом партии регионов, а потом и возглавил городскую организацию партии регионов. И он был таким ярым регионалом. И под его руководством принимались решения ужесточить меры к майдановцам и запретить говорить все, что мы хотим. И не пускал он ни общественность, ни на какие заседания и так далее, и так далее. Но если бы это было только это, на самом деле, конечно же, самой главной претензией было то, что во время существования или правления в Запорожье мэр был полностью в его подчинении, и он был основным из участников организованной преступной группы, которую мы так и называем, Анисимов Син Петрушенко. Все знали про нее, все знали, сколько денег грабится в городе. И в офисе Анисимова были найдены эти огромные пакеты с деньгами как доказательство. На сегодня уже больше 20 уголовных дел, которые говорят о хищениях в коммунальных предприятиях. Продолжаются взятки, вымогательства. Продолжают арестовывать людей, которые работают сегодня в горсовете, в горисполкоме под руководством СИНа. Все схемы те же самые. Также платят с маршрутов деньги. Точно так же вымогают деньги в благотворительные фонды больниц, которые неизвестно куда идут. Точно так же нет возможности предпринимателям иметь равные условия, а не какие-то приближенные компании. То есть ничего не изменилось. И мы для себя считаем очень важным закончить революцию достоинства в Запорожье достойно. И чтобы этой власти, которая руководила 4 года в нашем городе, больше не было. Скажіть, будь ласка, я все ж таки повернуся до появи пана Ляшка в Запоріжжі. А це не пов'язано, наприклад, з тим, що ви під час парламентських виборів були кандидатами в народні депутати від партії Олега Ляшка? Ну, якщо б ви спросили кого-то другого, то, мабуть, вам би сказали те ж саме. Что касается Олега Валерьевича, то, конечно же, мы к этому приложили руку и попросили его приехать. Но мы просили и многих других. Но вы видели, сколько было людей, которые разделяют разные политические взгляды. Далеко не все голосовали за радикальную партию, поэтому мы не хотели превращать эту акцию в политическое шоу. Нам хотелось прежде всего иметь рядом народных депутатов, которые могли бы провести с собой в зал горожан и активистов для того, чтобы они могли высказать все, что они хотят. И это получилось. Так а як можна говорити, що не хочемо перетворювати акцію в політичне шоу, якщо там бере участь? Ну, справа в тому, що поправляють нас глядачі, кажуть, що Ірина Олег була кандидатом від Ляшка по одному з округів. Просто я щойно запитала. Я на сесії не виступала, тому що ми давали слово простим горожанам, звичайним, не політичним. У нас виступали представники ребят, які повернулися із АТО.
говорили о том, что они были там на войне, вернулись сюда и видят, что ничего не изменилось. И они не могут понять, за что они там борются, если здесь все осталось точно так же. А дозвольте поставити вам запитання. Знову ж таки, нагадаю глядачам, що в Запорізькій міській раді з 90 депутатів 72 є представниками регіоналів. Так. Колишніх регіоналів, ну менше з тим. На що можна було сподіватися? Він же ж в будь-якому разі, навіть якщо напише, він є так само колишнім регіоналом, і ті самі 72 регіонали не приймуть його заяву. На що ви сподівалися? Ми надіялись, і, собственно, так і вийшло, на те, що оба напишуть заявлення, і городський голова, і секретар совєта. Так и получилось. И на сегодня фракция «Батьковщины» в городском совете поддержала отставку Сина и Тарана, это фамилия секретаря совета. И они хотят на следующую сессию поставить вопрос о выдвижении другого секретаря, который был бы из демократических сил, который не запятнанный вот во всех этих событиях. Ще таке до вас запитання стосовно замінування облдержадміністрації. Хочу вас спитати, чи це пов'язано якось з тими подіями, які відбувалися сьогодні в Запоріжжі? Ну, я точно не можу прокоментувати, знаю тільки із средств масової інформації о том, що це були ті ж люди, які устроили перестрілку во дворі горсовета Запорожського, так називаємо «сила нації», пишуть зараз в средствах масової інформації, бувший правий сектор, так називаємо. Ребята, которые решили, видимо, по указке Сина, они сегодня его охраняют. То есть они договорились с господином Сином о том, что они охраняют его от всего. И, видимо, вот есть такая версия, что они это сделали для того, чтобы показать, что не трогайте Сина, иначе будет дестабилизация. Мы же вам обещали дестабилизацию, вот она дестабилизация. Но сейчас они находятся в милиции, и я надеюсь, что с ними разберутся. Власне, в мене вже більше немає до вас запитань. У мене теж. Спасибо вам. Дякуємо вам.